Я как капитан команды очень рад, то, что нам подарили новую форму. Благотворительный фонд «Урал». То, что мы будем играть в новой форме. То, что не будем беспокоиться о том, что у нас кто-то будет болеть после игры. Очень хорошая, да. Видел я, даже мерил, проверял. Там все как настоящий хоккеист. Сегодня мы вручили еще два комплекта формы командам, юношеской команды, это Большой Куганак и городу Сельтамака. Но прежде всего хотел бы выразить слова благодарности нашему первому президенту республики Рустаму Мутазеку Байдуловичу Рахимову, потому что мы юношескую хоккейную лигу поддерживаем. На сегодняшний день у нас большое развитие идет юношеского детского хоккея в республике. Мы сегодня вручили детскому дому, это Большому Куганаку. До этого мы вручили форму Благовещенскому детскому дому, Бирскому детскому дому. Эти все дома играют, и то, что именно что делает фонд для поддержки этих же юношеской команды, то, что они предоставляют, чтобы дети были защищены, играли и как бы стремились попадать, то есть выигрывать в юношескую хоккейную лигу. Вот это прежде всего. Как вы любите хоккей? Да! Вот так вот. Вы благодарны, что коробка здесь построена? Да! Вы благодарны, что вам форму сегодня вручили? Да! Ну и все, молодцы!